Хорошая новость для тех, кто хотел бы получить второе высшее образование. Оно станет бесплатным для россиян, но только в области искусств. Законопроект разработан Министерством культуры. Согласно документу, лица, имеющие высшее профессиональное образование, могут на конкурсной основе занять бюджетное место в вузах. Перечень специальностей и направлений подготовки, по которым можно будет обучаться бесплатно, а также соответствующих вузов, утвердит правительство.